Всем привет! Меня зовут Татьяна, и вы на моем канале о вязании. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Здесь вы найдете много интересных и простых мастер-классов по вязанию игрушек. А это вторая часть по вязанию вот такого вот мишки. Его высота сидя около 20 сантиметров. Вот такие вот красивые ножки получаются. Теперь будем вязать туловище. Для этого снова делаем петелечку первую и 2 воздушные петли. И теперь в первую петлю набираем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду вяжем 6 прибавок. Один. 2, 3, 4, 5, 6. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так вяжем до конца ряда, и в конце ряда будет 18 столбиков без накида. 1 и прибавка это 2, 3. Четыре, прибавка это 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12. 13. 14, 15 и 16, 17, 18. В четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида прибавкой, тоже так до конца ряда. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. 1, 2 и прибавка 3, 4. 5, 6, прибавка 7, 8. 9, 10, прибавка 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. В следующем ряду, в пятом, вяжем 3 столбика без накида прибавка и так до конца ряда. И в конце ряда будет 30 столбиков без накида. Затем в шестом ряду провяжем 4 столбика без накида прибавка и тоже так до конца ряда. И будет у нас получается уже 36 столбиков без накида в конце ряда. И в седьмом ряду свяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка. И тоже так будем вязать до конца ряда. И будет у нас 42 столбика без накида. В конце седьмого ряда получится. Когда мы провяжем 5 столбиков без накида, прибавка до конца ряда. В общем, давайте сейчас самостоятельно вот провяжем все это, что я рассказала, 5, 6, 7 ряд. И в 8 тогда я вернусь и покажу, как будем провязывать ножки. Так, вот я провязала уже это, все, что вам рассказала. Дальше 8 ряд идет. Будем провязывать ножки. Для этого вначале вяжем 14 столбиков без накида. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. Берем ножку вот так вот, носочком к себе. Сложили пополам и провязываем с ножкой 6 столбиков без накида. Петелечки главное не пропускайте, и все будет четко. 1, 2, 3, 4. Сначала в ножку заводите полностью насквозь, если кто не знает, а затем в тельце. 5 и 6. Вот так вот ножку провязали. И дальше вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И с ножкой снова провязываем 6 столбиков без накида. У нас как раз должен закончиться ряд. Тогда вот все правильно вы вяжете. Ножку только уже берем не так, а наоборот. Сложим ее пополам сначала и затем вот так вот ее сейчас берем и провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как раз вот у вас должен закончиться ряд. И следующий ряд, 9, вяжем 6 столбиков без накида, 1 прибавка. И тоже так будем вязать до конца ряда. И в конце ряда будет 48 столбиков без накида. Это 1. 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. И так до конца ряда. Вот так вот сейчас выглядит наше вязание, очень красиво. Дальше нам нужно провязать 2 ряда, 10 и 11, по 48 столбиков без накида в каждом ряду. То есть просто 2 ряда вяжем в каждую петельку по столбику без накида. Обязательно перенесите маркер здесь. И вяжите. Все, эти 2 ряда я провязала. Дальше 12 ряд. Вяжем 6 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. 6, убавка, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
убавка и так до конца ряда. Закончили вязать этот ряд. Следующий ряд, 13, провязываем 42 столбика без накида. Этот ряд я довязала. Дальше 14 ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. Этот ряд я довязала, и 15 ряд вяжем 36 столбиков без накида. Провязала я эти 36 столбиков без накида. В 16 ряду вяжем 4 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. И давайте сразу скажу, что в 17 ряду провяжем 30 столбиков без накида. Просто в каждую петельку по столбику без накида. Вяжем вот эти два ряда, о которых я только что сказала. Это я довязала. Следующий ряд у нас 18. Вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. И тоже тогда конца ряда. 1, 2, 3, убавка. 1, 2, 3, убавка, 1, 2, 3, убавка, 1, 2, 3, убавка. 1, 2, 3, убавка, и еще один раз, 1, 2, 3, убавка. Есть такое дело. Дальше два ряда, 19 и 20. Провязываем по 24 столбика без накида в каждом ряду. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Дальше идет 21 ряд, в котором мы будем провязывать ручки. Для этого в начале ряда вяжем 9 столбиков без накида. Кстати, вот смотрите. Многие просто, я так предполагаю, что из-за того, что вяжут очень рыхло, и у них начало ряда идет не возле ножки, а вот тут вот на спинке. И, конечно, потом у них получаются ручки вообще не в том месте, где должны быть. Поэтому вяжите, просто старайтесь вязать аккуратно, более туго. У вас вообще не должно быть никаких дырочек. То есть даже вот если вы сильно натягиваете, вот смотрите, я вот сильно прям натягиваю, у меня дырочек нет. Если у вас проскакивают туда ногти, даже хоть немного, это уже совсем не то. Это вот вязание не для игрушки. Это пледик вы так можете вязать. А игрушка должна быть связана плотно. И тогда у вас будет получаться все, как я говорю.
Так, 9 столбиков без накида вначале вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Видите, где должна начинаться ручка? Вот здесь вот. Чтобы мы приложили, вот так вот это выглядело. С ручкой вяжем 5 столбиков без накида. То есть насквозь сначала заходим крючком в ручку, а затем в тельце. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем снова 9 столбиков без накида, вот уже по спинке идем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У вас до конца ряда должна остаться одна петелька. Тогда вот вы вяжете так, как нужно. Сейчас в моем мастер-классе. Поэтому это вам как ориентир, что одна петелька должна остаться до конца ряда. Но с ручкой мы провязываем 5 столбиков без накида. То есть получается в этом ряду 1 столбик без накида и уже в следующем 4 столбика без накида с ручкой. Точно так же насквозь. Сначала заходим в ручку, затем в тельце, вот один, дальше 2, дальше 3, 4, 5. Вот ручки провязали. Видите, как они должны быть? Вот так вот. Ручки провязали. И теперь нам нужно провязать до конца ряда просто столбиками без накида. Если мы уже 4 в этом ряду провязали, значит осталось 20 столбиков без накида провязать в этом ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Этот ряд закончился. Это был 22 ряд. И теперь просто провязываем. Я вот так вот люблю делать, чтобы у меня ниточка оставалась вот тут в начале ручки. Поэтому я провязываю до этого места еще несколько столбиков без накида. Вот 1, 2, 3. Нормально. И делаю соединительный столбик. Ниточку оставляю. Улетел крючок. Ниточку оставляю для пришивания головы. Вытягиваю ее. Затягиваю. И вот такое вот красивенное тельце у нас готово. Добавляем наполнитель, но не очень плотно.
и дальше будем вязать голову.